Очень необычный велосипед Круизер производства Швин. Немецкая фирма. Ой, какая немецкая, американская. С тысячелетней историей уже на данный момент. Смотрите, какая необычная вилка. И у нас тут огромная проблема. Вообще рулевая никак не затянута. Все болтается. И все скрипит. Сейчас будем работать с подвеской, скажем так, с передней подвеской, протягивать рулевую. И какие-то хрусты, я на нем прокатился, что-то очень сильно хрустит. Вероятно, это цепь в таком большом количестве смазки и песка. Возможно, причина в этом, что задняя втулка Штурм Арчер двухскоростная. Переключение скоростей происходит путем нажатия в обратную сторону, как будто на ножной тормоз нажимаешь. Соответственно, в эту втулку лезть бы очень не хотелось. Мы не знаем, как она устроена. И никто у нас, наверное, в городе не будет в нее лезть. Брендированная даже покрышка. Даже на покрышке написано Швин. Такой прям офигенный велик, очень стильный. Вот единственное, что помыть его, рулевую протянуть. И будем надеяться, что от хрустов мы избавимся. Взяли много разной обезжирки и отмыли цепь. Цепь оказалась Шимана. Вот такая красивая. Мыли очень много, потом смазали смазочкой жиденькой. Все хорошо. Хруст не ушел. Сняли шатуны. Каретка подзакусывает в одном месте. Вот здесь вот. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там внутри. Каретка у нас оказалась на промподшипниках. Там у нас прома стоит. Поэтому непонятно, что хрустит. Возможно, это прома умирают. Сейчас мы это все почистим. По-моему, может, песочек хрустит. Непонятно. В общем, в любом случае, приведем все это в порядок. Такие здоровые подшипники. Модель 6906RS. И хрустят они прям конкретно. То есть очень плохо работают. Скорее всего, хруст именно из-за этого. Значит, будем искать такие подшипники. И, возможно, заменим их, когда найдем. Все перебрали, все почистили. Цепь, звезды. Кареточку разобрали. Весь песочек оттуда выгребли. Всю на смазочку собрали. Вроде бы хруст прошел. Насколько он прошел, неизвестно. Цепочку натянули. Клиент приедет, посмотрим, понравится, не понравится, но вычистили все, что можно. Самое главное, протянули рулевую, что рулевая, увидели, как сильно болталась. Сейчас все хорошо. Но сиденье, конечно, очень сильно скрипит с этими пружинами. И ничего сделать нельзя, потому что все уже натянуто максимально, все гайки подтянуты, все гайки самоконтрящиеся, так что этот звук уже никуда не денется.